Добрый день, меня зовут Андрей. Сейчас мы с братом Иваном покажем вам еще один результат на его бензопиле Штиль 2006 года. Вот мы сейчас посмотрим. Здесь есть лайба 2006 год. Как вы видите, бензопила уже отработала многое и как бы уже в состоянии не новом. Мы заправили один бак бензина с продуктом MPG Boost. И вот как бы имеем результаты на данный момент, что пила работает намного приемнее. На данный момент сейчас минус 5 на улице. Пила работает реально мощнее и очень хорошо откликается на нажатие газа. Сейчас мы посмотрим, как она заведется. И это при том, что она холодная. Сейчас вы увидели, какой уровень выброса. Сейчас будет один прогреется, и мы увидим, каким дымом он бензопила. Эта бензопила проработала один бак с продуктом MPG. Сейчас чуть-чуть прогреется, и мы просто посмотрим, какие максимальные обороты в этой пиле. На данный момент у нас на сегодняшний день уже 2013 год, то есть этой пиле уже порядка 7 лет. А ну, дай максимально. Как мы видим, что обороты, они как бы развиваются, и такое ощущение, что у них нет реально конца, то есть как будто она идет на взлет. Ну, я думаю, что этого достаточно для нашего результата, как работает MPG Boost. Спасибо за внимание.